І що ж, зараз я хочу представити нашого гостя сьогодні у студії. Політолог Андрій Бузаров та політолог-міжнародник Микола Капітоненко. Ну що ж, почнемо з найголовніших тем цього тижня. Припинення громадянства Михаїла Саакашвілі – топ-тема тижня, що минає. Колишній президент Грузії, екс-губернатор Одеської області Михаїл Саакашвілі заявив, що має намір звернутися до адміністративного суду через те, що його позбавили українського громадянства, пише «Українська правда». Має намір політик також звертатися до Європейського суду з прав людини. Як повідомлялося, 26 липня політики від радикальної партії заявили про те, що екс-президент Грузії, колишнього голову Одеської обласної держадміністрації, позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства. Однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці. Грузинського громадянства його позбавили 4 грудня 2015 року. Тим часом у Литві заявили про готовність надати Михайлу Саакашвілі політичний притулок. А тамдешній євродепутат П'ятрас Ауштрявічус каже, що Литва могла б надати екс-очільнику Одещини хоча б вид на проживання. Та про це Саакашвілі має просити особисто. А раніше ж Саакашвілі заявив, що оскаржуватиме рішення щодо припинення його українського громадянства. І відповідне рішення напередодні ухвалила Міграційна служба України. Одразу після цього відбулося кілька акцій на підтримку Саакашвілі. Ну що ж, скажіть, будь ласка, все ж таки ми пам'ятаємо, з яким скандалом було призначення. Саме вночі кума Порошенка, як всі казали, призначили губернатором. Чому ж зараз такий скандал виявився в результаті позбавлення громадянства? І чому, коли надавали громадянство, їх нічого з цього приводу, з тих саме причин, з якої позбавили, не смущало, як кажуть? Ну, я думаю, это дело можно комментировать исключительно с двух сторон, с юридической и с политической. Вы мне как раз задали такой вопрос, который охватывает обе эти стороны. Одному из украинских телеканалов я уже давал интервью исключительно в юридическом контексте. И нужно обратить внимание на то, что администрация президента и миграционная служба максимально юридическую сторону соблюли при вынесении соответствующего решения. Окончательную точку в этом деле поставит суд. Административный, возможно, а может быть, высший административный, может быть, Европейский суд. Я не знаю, до какой стадии адвокаты Саакашвили будут идти. И как минимум это будет все длиться год. Я не знаю, почему Саакашвили говорит о том, что он дождется решения суда в ближайшее время. Скорее всего, ну, я как профессиональный адвокат знаю, что это будет очень долго длиться. И тут один важный момент есть. Лишение гражданства – это не совсем корректно с юридической точки зрения использования термина в этой ситуации. Произошло прекращение гражданства вследствие его утраты. Так дословно написано в законе о гражданстве. И вы мне задали вопрос по поводу того, что Порошенко принимал Саакашвили в украинское гражданство, подписал соответствующий класс согласно 10 статье о гражданстве. То есть в особом порядке. И вот эта статья закона о гражданстве допускала лишь не решение, а прекращение гражданства вследствие утраты при определенных обстоятельствах. И вот эти два обстоятельства, они четко указаны там. Это первое, когда лицо сознательно предоставило недостоверные данные, либо фальсифицировало документы. То есть вот эта особенность юридическая, которую не юрист не всегда понимают, вот сознательно предоставил или не предоставил информацию. То, в чем обвиняют сейчас правоохранительные органы Украины Михаила Саакашвили, о том, что он якобы предоставил недостоверную информацию. Конечно, тут много вопросов возникает. Как комиссия смотрела? Как все это изначально анализировалось? Но, скорее всего, была политическая целесообразность принятия Саакашвили на тот момент гражданина Грузии в украинское гражданство. И тут уже возникает политика. То есть я думаю, что и лишен он был также по политическим, не лишен, опять же, я сам нарушаю юридическую терминологию, а утратил гражданство, опять же, исходя из политической целесообразности. И вполне вероятно, и мы это видим все, что есть масса людей, которым Саакашвили как политик неудобен. Я бы сказал, наверное, он большинству политической элиты Украины неудобен. Его манера ведения политической деятельности, в нем видят опасность. Не исключено, что здесь были использованы соответствующие юридические механизмы для того, чтобы добиться политической цели. Дякую. Микола, скажіть, будь ласка, зараз він от фактично без українського громадянства, без грузинського, він біженець. Що далі робити? І взагалі, чому ж все ж таки саме зараз таке політичне рішення наша влада прийняла? Я не знаю, почему именно сейчас было принято такое решение. Возможно, какие-то договоренности международные с теми же грузинами.
Возможно, какие-то внутриполитические расклады. Честно говоря, я не очень понимаю такой значимый интерес к этому конкретному случаю. Естественно, не каждый день бывший президент утрачивает гражданство украинское, но тем не менее, в международном плане это для нас чревато тем, что под большим вопросом окажется правовое государство Украины. То есть вот эти все процедурные моменты, даже если мы их соблюдем, все равно останется большой политический знак вопроса, зачем это было сделано. И возникнут вопросы. То есть точно так, как сегодня уже есть вопросы во всем мире, к, ну, например, к ситуации с борьбой с коррупцией в Украине, точно так же возникнут вопросы и к правовому характеру государства. А из этого вытекут вопросы о том, ну, является ли Украина демократией в нормальном смысле этого слова. Дякую дуже. Попри неефективну політичну діяльність Саакашвілі, позбавляти його українського громадянства так просто не можна. Таку думку у нашому ефірі висловив народний депутат від Опоблоку Михайло Добкін. Він підкреслив, що громадянство – серйозний статус і має свої правові наслідки, як при отриманні, так і позбавленні. Спочатку віддавати громадянство, а потім відбирати його. Ну, ми ж не в дитячій пісочниці знаходимося. Хочу, играю с тобой, не хочу, не играю. Есть конституция, есть законы. Украинское гражданство – это не горшок с цветом или с кактусом, который можно передавать или забирать друг у друга, когда хочешь. И не эстафетная палочка. Я считаю, что нужно вернуть гражданство Саакашвили. И если он виноват, то наказывать его по закону. А если он не виноват, а просто пошел заниматься политикой в чужой для него стране, ну, значит, тогда бороться с ним политическими методами. Вы же его сами, господин президент, сделали гражданином Украины за один день в нарушении всех действующих норм украинского законодательства. Теперь живите с этим, боритесь с этим, но не выставляйте страну на посмешище, лишая гражданства тех, кто вам не угоден. В адміністрації президента кажуть, що Порошенко не був ініціатором, лише він підписав указ. Але ж ми бачимо, що все ж таки політична така ініціатива відходила саме звідти. І взагалі досить сумно казати про те, що якось з іноземцями, з нашими реформаторами або ж людьми, яких саме завлікали до нашої держави, якось не склалося. І тому чомусь неефективно навіть іноземці в нас працювали. Ну, я думаю, когда президент Порошенко подписывал указ, он прекрасно понимал, в отношении кого используется спецпроцедура по прекращению гражданства. И правильно Добкин сказал о политической целесообразности принятия в свое время Саакашвили в украинское гражданство полтора или когда, два года назад, точно сейчас не помню, когда это было, но тогда, очевидно, это было удобно. Сейчас это его нахождение в Украине представляет опасность для кого-то в политике. Я не хочу связывать непосредственно с президентом Украины. Но я думаю, не только он. И Саакашвили в своих недавних комментариях, которые он давал украинским телеканалам и украинским СМИ, он называл четкие фамилии людей, которые внутри Украины и за ее пределами заинтересованы в том, чтобы его не было в Украине, или чтобы его влияние было максимально сведено к нулю. И я не хочу ретранслировать, поскольку я не апологет деятельности Саакашвили, скорее всего, не поддерживаю его деятельность. Но все-таки нужно справедливости ради надо отметить, что действительно не совсем корректно все это было сделано. А с юридической точки зрения, на самом деле, у адвокатов, на мой взгляд, адвокатов Саакашвили будут очень серьезные сложности. Поскольку время уходит, чем больше, чем дольше Саакашвили находится за рубежом, тем меньше шансов у него вернуться в Украину, на мой взгляд. Надо было это делать мгновенно, надо было приехать ему сразу же в Украину, попытаться здесь как-то остаться. А время уходит, суды, украинские суды очень долго будут рассматривать это дело. Не факт, что они удовлетворят соответствующую жалобу адвокатов Михаила Саакашвили. Поэтому он теряет время, находясь за рубежом. Я думаю, здесь нужно серьезно об этом задуматься.